письма с фронта. Многие из них написаны наскоро, в промежутках между боями. Внук фронтовика Василия Мордасова Андрей Мордасов, руководитель ансамбля песни и пляски Южного военного округа. Сегодня он в центре внимания и с нетерпением ждет, когда же ему вручат письма. Прежде мужчина о них не знал. Мало слышал и о деде. Тот домой с фронта не вернулся. Волей судьбы стал жить в другой местности. Надежда на возвращение осталась только на бумаге. Там, в далеком 43-м, все было иначе. Чувствуется в этих словах любовь фронтовика к своим родственникам. Очень рад, что дома все живы и все работаете. Валюша, мне очень приятно читать твои письма, где ты пишешь о хорошем поведении нашего сына. И как об отличнике по учебе. Чужую семейную реликвию на чердаке одного ростовского дома нашел бывший сотрудник казачьего корпуса, когда помогал племяннику, новому владельцу жилья, с ремонтом. Зная, что кадеты под руководством опытных наставников ведут активную поисковую работу, передал им все 90 писем. Изучили эти письма, просистематизировали и задались целью найти родственников тех людей, кому писались эти письма. Обратились в органы и организации Ростова-на-Дону, способные помочь нам в этом, и в том числе в редакцию газеты «Наше время». Публикацию увидел подписчик. Фанат джаза, он хорошо знал ныне покойного сына ветерана Мордасова, а также и внука, который пошел по стопам талантливого отца-музыканта. Может, и среди белокалитвинских кадет тоже растут будущие артисты. Ребята подготовили очень яркие выступления. После торжественного получения писем Андрей Мордасов, как военный музыкант, побывавший в горячих точках, пожелал кадетам никогда не знать, что такое война, и сыграл на саксофоне. А после признался, что только сейчас начнет настоящее знакомство со своим дедушкой, а заодно и с детством своего отца. Дедушка интересовался, почему папа опаздывает на занятия музыкой. Он занимался строительством оборонительных сооружений. Есть справка, выданная там, ну, нашим военкоматом, что Мордасов Николай Васильевич принимал участие в строительстве оборонительных сооружений. Там, ну, на ближний поступ к Ростову. Поисковую деятельность, которую ведут кадеты Белокалитвинского казачьего корпуса, трудно переоценить. Впрочем, такая работа ведется повсеместно. Во всех у нас кадетских учреждениях созданы и работают вот такие поисковые, соответственно, отряды, группы. Наши кадеты оказывают помощь людям по поиску могил павших героев, какой их боевой путь и так далее. И я уверен, что наши кадеты – это будущее нашей страны. Наталья Самойлова, Юрий Санкин, Андрей Токарев, Дон-24, Белая Калитва, Ростов-на-Дону.